Вот на примере мы научимся добавлять эффект посложнее. Эффект под наклоном, имеющий свой наклон, угол, точнее. Так, открываем эффект Editor. В этом примере я буду использовать солнечный луч, пробивающийся через оконную раму, через окно. Так, открываем файл Open, категория с игрой, папка RAW, папка FX, NV, Light. Там находим эффект FX Rise Sun Matte Shirt. Вот мы заранее копируем это название эффекта. Вот скопировали название эффекта. Мы можем его открыть, посмотреть, как он будет выглядеть. Это обычный солнечный луч, короткий. Так, далее переходим в категорию, точнее в папку с игрой, папку Zone Source. Открываем файл формата CSV блокнотом с именем нашего уровня. Вот имя нашего уровня, формат CSV, открываем блокнотом. В конце строки вставляем название нашего эффекта. При этом отступив строку, далее перед названием нашего эффекта делаем следующее. Прописываем FX. FX. Вот, кривая параллельная, точнее запятая. Запятая. И вот далее прописываем путь. Вот FX, запятая. Прописываем NV. Кривая параллельная, light, опять этот знак, кривая параллельная, и вот все, в принципе, здесь. Только копируем эту строку до fx запятой. Вот этот мы fx запятой мы не копируем, скопировали строку, закрываем, сохраняем, переходим в папку с игрой, папку mods, папку с именем нашего уровня, папку client scripts, папка, точнее файл с названием нашего уровня с окончанием fx формата ksk. Переходим в функцию preCreateFX fx, вот она, и в конце столбик отступаем строку, то есть эта строка должна быть между двух скобок. Вот ставили строку, перед этой строкой вставляем вот эту вот линию, я копирую от верхней двоеточие до конца. Точнее, от верхней двоеточие до начала открытия строки. Вставляю перед этой строкой, которую я вставил. Вот. И копирую верхнее двоеточие, скобку и точку запятой. Ctrl C и вставляю в конце моей строки. И вот у меня появилась. У меня строка точно такая же, как и эта, но название эффекта я ставлю свою, то есть FX. Я не копирую, я копирую Rise and Matte Shirt. Это название моего эффекта. Копирую промеж двух верхних двоеточий. Теперь копирую всю эту линию, которую мы собрали. И закрывая текстовый файл, сохраняя все изменения, я перехожу в папку Maps SPGround FX и вставляю ее в функцию притчи fx, отступив строку от последней добавленной строки. Все, теперь сохраняем. Секунду, мы копируем название нашего эффекта, сохраняем все изменения, закрываем файл формата gsk, сохраняем. Далее мы переходим в папку с игрой, mods, имя нашего уровня, папку maps. Приходим в подпапку CreateFX, файл формата gsk открываем и вот отступаем строку от последнего добавляемого столбика, вставляем наше название. Перед названием копируем строку до начала от верхней двоеточие, Ctrl C, и вставляем перед нашим названием. И закрытие скобки со всеми этими двумя знаками, с верхним двоеточием и точкой с запятой в конце нашего названия. И вот копируем все остальное, то что под столбиком, и вставляем под наше название. Только заменяем в функции fxit это название на название нашего эффекта. То есть я копирую название нашего эффекта, Ctrl C, и вставляю сюда.
Все. Далее нам надо перейти в Radiant. На месте того места, где должен быть эффект, создаю скрипт struct для того, чтобы понять, какие координаты надо вводить в столбик. Так, создаю скрипт struct. Скрипт. Так, вот здесь скрипт struct. Гриндумник. Вот ставлю где-то по центру окна. Так, у нас стоит наклон угол по стандарту 270.00. Нажимаю английскую букву N. Пишу англес, так, 270.00, нажимаю Enter. Вот стрелка смотрит сюда вверх. Открываю эффект Editor, включаю эффект, то есть вот тут, наверное, стоит по стандарту 270.00, и он смотрит определенно вниз. И нам надо его развернуть чуть под углом. Так, если отсюда смотреть. Ага. Теперь мы нажимаем R, смотрим 2D сбоку и поворачиваем. Нет, не сюда, вот сюда. Вот так вот. То есть он будет смотреть вот так вот. Отпускаем, выделяем, нажимаем N, смотрим Angles 330, короче, копируем это все и вставляем в Angles нашего столбика. Вставили, и теперь будем удалять лишние знаки, которые не будут считаться в игре, из-за которых может произойти ошибка. То есть мы от буквы Е тире копируем эти две, три цифры, удаляем. Далее также от буквы Е три цифры удаляем. И теперь после двух первых цифр мы ставим запятую. Одна запятая, вторая запятая. Так. Опять переходим в Radiant. Нам остается скопировать координаты эффекта. Origin. Вот Origin. Это координаты. Копируем координаты. В принципе, тут все. Закрываем. И вставляем координаты. И вот после первых двух цифр также... Ой, извините. После первых двух цифр также ставим запятые. Так, это угол. А это координаты. Закрываем. А, погодите, не закрываем. Копируем этот столбик. Ctrl C. Теперь можно закрыть, сохранить. И далее мы переходим в... Точнее, выходим из этой папки. Выходим из папки Maps. Переходим в папку Client Scripts. Заходим в папку CreateFX. Открываем новый столбик. Также отступаем. И вот вставляем новый эффект. Так, Race and Match Shirt. И теперь меняем строку, то что до открытия скобки, на эту строку. Я копирую отсюда, Ctrl-C, и вставляю сюда, Ctrl-V. Все, закрываю, сохраняю. Перехожу в мод Build, выбираю имя нашего уровня, выставляю все боксы. Теперь ставлю Build Mod FFS файл и Build AVD файл. Build. И после чего перехожу в компиляцию уровня. SP Ground и компилирую, выставив соответствующие галочки над боксами и выбрав соответствующую папку. Компилирую. Ну, компиляция завершена, теперь только проверяем в игре. Итак, посмотрим, что там у нас вышло из этого. Вот он, луч солнца.
как бы пробивается через окно, оконную раму. Все работает, наш наклон работает как надо. Все, спасибо за внимание.